Всем привет, это канал OutSound, и мы находимся рядом с поселком Романтик, который находится рядом с поселком Архыз, который находится рядом с городом Черкесск, откуда у нас, собственно, сегодня и приехал автомобиль. Приехали владельцы ателье и магазина Карстерио, который находится в городе Черкесск, по адресу, с вас деньги за рекламу. Ссылка будет в описании, на всякий случай. Объясню, как машина попала на обзор. Я приехал кататься на борде, если это можно так назвать. И скинул в Инстаграм, что чтобы я не зря приезжал, приезжайте на громкой тачке, пацаны кто-нибудь. Вот отозвались ребята, и куча просто комментариев было, что да, сними Ниву черкесскую Карстерио 09. Руслан сейчас меня снимает, а Вадик вот стоит рядом. Покажи Вадика. А я сейчас покажу тебя. Скажи всем привет. Привет. И, собственно, вот она, громкая черкесская Нива со стеной, четырьмя пятнахами. Мы сейчас вам все это покажем и ребята расспросим. Я обычно к обзорам нет-нет доготовлюсь, но сейчас вот для меня совершенно незнакомый автомобиль. Я вместе с вами буду сейчас вот выяснять, что в нем стоит, задавать ребятам вопросы, а они на них будут отвечать. И начнем мы с подкапота, предлагаю начать, да? Да, сразу извиняюсь, камеру я не взял, микрофон не взял, такая нерабочая обстановка, снимаю на телефон. Это Samsung, очень часто спрашивают, Samsung или iPhone. Вот пока Samsung. Здесь мы видим два генератора на каком-то очень кастомном креплении. Сложно было крепление такое сделать? Пятерка, сталь и сварочный аппарат. И что за гены стоят? Мехман? Какие? Ну, Мехман на 370. 370. Ну, это вот как у нас в тринашке. Такие же, по-моему, у нас только элит серия. Но они, по-моему, ничем не отличаются цветом только, да? Да, только цветом. Кастомный дистрибутор у нас стоит на фанерной подложке. И, собственно, у нас практически все, да, защищено. Вся аудиосистема защищена предами. Питанием по большей части занимался у нас Руслан. И сейчас он нам расскажет, как реализовано питание. Старое питание было здесь две протяжки плюс, а две минуса было. Сейчас все эти протяжки стали четырьмя минусами. И прокинулись новые плюса полностью туда вниз. А сзади литий я угадал или нет? Нет, не угадал. Смотрите, пацаны, оригинальные. Наконец-то хоть машину без лития. Вот это чисто настоящий хардкор, пацаны. Вот видите? Настоящий, вот без. У вас нет спонсоров, да, вы сами делаете. Нет. Ну, собственно, вы сами себе спонсор, это магазин. Покупайте в магазине. Сейчас, я просто почему прикалываюсь, будут прикалывать, что это реклама, это вообще не реклама, я вам клянусь. Вот, пацаны даже спросили, да? Руслан спрашивал, сколько будет стоить обзор. Я говорю, я так не снимаю. Ну, подтвердите. Я надеюсь, что вопросов не будет. Но почему бы и не прорекламировать? Вот в Черкесске есть такой магазин. Так, а что ты говоришь там внизу? Он бак от Таврии. У вас два бензобака? Да. Пока это два, но он будет, скорее всего, у нас основным. Ага. И будет выдвигаться, хотим сделать моторизованную часть на клык. Будет клык либо откидываться, либо, ну, это еще подумаем. Знаешь, говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот так всегда все говорят, мы будем делать это, мы будем делать это. А в итоге получается гораздо меньше. Ну, посмотрим. Ребята настроены довольно серьезно. Давайте откроем багажник. Вернее, так это было багажником. Сейчас у нас только крышка багажника, а за ней много-много-много децибел. Децибел 3500 стоят. Вот они, ребята, кто спрашивал про стабильность этих моноблоков. Они не так давно на рынке появились. Очень стабильные. Очень стабильные. Ну, вот, пожалуйста, вам отзывы владельцев. Вы не спонсоры Урала, ничего, да? Абсолютно. То есть абсолютно независимо от ателье. И как бы ребятам обманывать смысла нет. Поэтому у нас сегодня вот такой обзор. Никогда машина, забитая Уралом, спонсорская, уральская, и вам рассказывают про железо, это, наверное, немножко предвзято. Сегодня мы будем слышать. А вот батарейки, это фиамы, АГМы, это 155 или 180, да? Жесткие. И что по вольтажу у вас? Ну, у нас, вот приходите с утра машину, не заводя. В смысле, это 12,9 в покое, 10. Да? Магнитофон, аксессуары выключил. Остается 13,1. Ага. Если магнитофон забыл выключить, то до 12,9. Утечку дает мне. Кулера такие жесткие приделаны у нас. И как они продувают просто? В бок, да? Питание кулеров. Ага. 30 и 70 вольт питание идет. 30 вольт. 30 и 70. Переключаешь сперва 31 скорость, вторая 70 вольт. И обратите внимание на заделку концов, на протяжку. Не показательно, но очень все аккуратно. Очень аккуратно, все заделано, все, можно сказать, безопасно. Но вот, вот так вот, если мы уроним ключ, да, будет беда. Ну, тут я так вижу, что это что-то временное, да? Это
сразу, мало ли еще. Еще, если понадобится. Да, ну я поторопился сказать, что безопасно, но можно устроить здесь такой жесткий пожар. Если вот сюда сейчас что-нибудь уронить, будет веселуха. Ну, как, собственно, и сюда. Ну, это хардкор, ребята. У некоторых нет тут вообще, в принципе. Это что вы поняли, если это термоусадкой, да, вы зажали просто? Ну, заизолировали. Красиво, хардкорно. Некрасиво, хардкорно, вот так вот это назовем. Не так хорошо выглядят у нас двери, но есть отмазка. На самом деле, ребят, я поймал вне сезон, и машина только делается. И двери пока вот в таком состоянии, прошлогоднем находятся, да? В переходном между прошлым годом. Тут, я так понял, стояли еще два шестнаря, да? И сейчас стали два рупора. А сюда встанут пищалки в скором времени, я так понимаю. А, убран. Короче, вы переделывать будете. Будут новые двери, абсолютно. Сейчас стоит 4 динамика, 2 рупора для того, чтобы посмотреть, как вообще, ну, что они себя представляют. И что у нас будет стоять в 2018-м? 8 пар Урал Патриот Нео и 4 пары драйверов. И усилитель на фронт 680, Урал планируется 2. Я так думаю, что если машина еще не на Урале, то... А вы не предлагали, да? Товарищи с Урала, вон, берите на заметку. Или Андрей. Андрей, я вот тебе рекомендую, смотри, это твои сабы. Динамик стоит, стоят у нас сабы. Это у нас 4-дюймовые, да? У меня же такие же два стояли. У меня в бэхе такие два. Хорошие сабы, я помню, живучие. Очень понравились мне и очень недорогие. На тот момент они что-то порядка 24 стоили за двенашку. Сколько пятнашки стоят сейчас в рознице? Сейчас 27-28. Вот у вас в магазине есть они, да, можно купить? Или пока нет? Такие позиции бывают, да. Да. Андрей, нету в магазине в Черкесске твоих сабов, я только что выяснил. Дистрибуцию пора подтягивать. Тут знак, что ребята глухие. Просто если кто-то возмущается, да, подходит, пацаны, сделайте потише, а вы такие жестами. Братан, и так нихуя не слышим, дай музыку послушать. Бывает такое, что на соревнованиях или где-то подходят люди и показывают. Ну, они сами глухонемые подходят и показывают. О, там. Да, кстати. Не то, что у меня идея, мысль возникала. Вот все это громкое движение, это на самом деле шанс плохо слышащим людям и даже глухим послушать музыку, да? По крайней мере, тут вибрация такая, и на средних частотах, и на низких, что даже люди, которые не слышат, они могут ощутить музыку. Вот очень интересная идея, надо ее будет продвинуть. У нас субтитров, к сожалению, русских нет, кстати, надо добавлять. Если кто-то нас смотрит из людей с ограниченными возможностями, напишите, интересно ли вам было бы послушать, ну, попробовать услышать музыку. Я думаю, мы такой эксперимент проведем. Вот видите, на какую у меня мысль натолкнул этот знак. Так, что же у нас качает двери и где же оно? То есть я увидел, здесь нету, здесь нету, здесь нету. Оказывается, оно вот здесь тоже в процессе. Будет видно кишки, да, я так понимаю? Кишками наружу будут уси, будет подсветка. А в данный момент это все закрыто, замуровано. Достать мы это не можем. Но ребята сейчас скажут, что там стоит. Какие Урал. Уси? Урал 180. Тоже. Вот я сейчас начинаю подозревать, что все-таки спонсорская машина. Не, ну если она еще была не спонсорская, давайте, ребята, подрывайтесь. У вас видите проекты, какие пропадают? Зато даете, кому не попадает. Есть такие проекты, что... Ладно, не будем. Хорошие все проекты по Урала. Межсезонное оформление мы опять же видим в доработке. Видим стену. Настройка порта какая, ребят? 45. 45 Гц. И рез какой фиксировали? Последний 69,4. Гаражный? Сабвуферы сейчас я вам покажу. Вот они выглядят вот так. Надо ответить, наверное, на вопрос, который всех беспокоит. Сколько бюджет такого проекта? Вот если у вас Нива, хотите стену, хотите громкий фронт, хотите Питалово, сколько в среднем обойдется такая аудиосистема в Черкесске? Около 500, да? Вот для тех, кто не разбирается, сейчас отличный повод сказать, что это 5 таких Нив, да, примерно? Это ж старушечка, да, у нас 21-е чисто. 80-й год, посмотрите, тачки-то сколько уже, 38 лет, 38 лет, это ж моя ровесница, пацаны, мне 38 в этом году было, ну вот в декабре, 38 лет, посмотрите, ровесница, вообще, красота, до сих пор, сколько лет прошло, вы все такая, а что это за раскраска? Для охоты. Потом соревнования и переквалификация для охоты, от нее, можно сказать, только один кузов остался, и усилено все. Мосты обваренные, двигатель новый сюда в «Шевроле» стал. Так, собственно, мы показали вам всю, да, аудиосистему. Остается нам ее сейчас включить фронтуху. Отъедем, наверное, вот туда подальше, послушаем. И басуху. Ну и, конечно, вас всех интересует самый главный вопрос. Кто быстрее? Полноприводная Нива 80-го года
Или почти новый Мерседес, но на заднем приводе. Нива не на шипах и не на зиме даже. Это просто какая-то уже уставшая грязевая, да, резина. А у Мерса новенькая Nokian Хакапелита, по-моему. Мне Ильдарчик подарил ее с автоподбора. Сейчас мы проверим, кто быстрее. Итак, это гонка. Мерседес 184 силы против Нива. А сколько у нее сил? 75? У меня на 100 сил больше. Так, сейчас мы узнаем правду. Русский автопром против немецкого. Спорт режим, все включено. На счет 3, да? Раз, два, три, я... Все. Ох, нихера себе. Нива, смотрите, я всего 70 сил как валит. 47 набрали. 45. 50. Страшно, сука. Вот, ребята, видите, за что вы любите Loud Sound? Кто вам еще такие виды сделает, а? Все только копировать умеют. А с видом на подъемник. Валево, видели? Обзор черкесской Нивы Карстерио 09. Если вам интересно больше про эту Ниву, а также хотите посмотреть магазин, ребят, вот здесь ссылка на их инстаграм, вот здесь ссылка на их ВКонтакте. Обязательно поставьте палец вверх. Что, вам трудно палец вверх поставить, что ли? Стараемся. Я бы сказал, мерзнем, но нет, погода вообще, пацаны. Прям вот вам повезло. Видите, как вот обзоры я бы снимал, если бы я жил где-нибудь вот рядом с Архизом. У нас, к сожалению, в Ростове не то, что вот такой красоты нет. У нас все совсем наоборот. У вас хорошо, если нет с грязи и слякоть. Здесь же красота, хорошие пейзажи, отличный курорт, добрые люди. Все, не забывайте поделиться видео, поставить лайк. Всем пока, живите громко. Мерса тогда чуть-чуть, да? У-ля-ля. А подержи. Вот так, держи. А я отъеду. We'll be right back.
туда рискованно, но я это попробую сделать все-таки, с вашего позволения. Оп, обзор лаутал. А ты что, меня снимаешь? В истории, что ли? А? В истории, что ли? Нет, куда? Ты так горизонтально сними, и мне потом фото. Я пока записываю. Все, фотосессия. Слепи, слепи, вот эта вещь. Как это на черкесском будет? Селфи. Как селфи на черкесском? Слышь, тёлка, как найти Жорика Ревазова?